Быщ, быщ, быщ. Интро. Всем привет, меня зовут Катя Клэп, и сегодня на моем канале почти первый летсплей. Я посчитала, что второй нужно делать точно не женщине. Этого убийства не было, это фотомонтаж. Руслан. Очень сложное видео. Одновременно будет и летсплей, и челлендж, и тег, бич-влог. Ты подреешь там. Нет. Я лично считаю, что все жанры Ютуба прекрасны. Главное, как снять. Мы будем соревноваться в летсплее на игру Best Fiends, которую можно скачать внизу в описании. При этом противник будет задавать вопросы своему оппоненту, чтобы тот сбился и проиграл. Короче, мы будем соревноваться, кто будет круче проходить уровень и кто больше будет получать баллов. Считайте, это некий тест на IQ, наказание за который будет не слабоумие, а мы сделаем фотографию друг друга, и победитель, изуродуя, отмонтирует фотографию проигравшего, а тот поставит ее к себе на аватарку ВКонтакте. Кто это будет, я или Руслан? Сегодня мы узнаем. Поехали. На улице к тебе подходит незнакомый взрослый и говорит, что нужна твоя помощь. Как нужно поступить в таком случае? Быстрее! Помочь? Нет. 5-6 класс. Нужно попросить взрослого. Самое элементарное средство для остановки кровотечения из небольшой раны. И жгут. Перекись водорода. Неправильно. Любой ли огонь можно затушить водой? Да! Нет, а если электроприбор горит? Да бывает огонь! Чтобы воздух в комнате надолго сохранился свежим и чистым, лучше не пукать. Не открывать форточки, чтобы он не зря не выходил. А в чем вопрос-то? Не пей из копытца, козленочком станешь. А что можно пить в походных условиях? Росу. Нужно кипятить воду. На улице мороз. Вдруг ты увидел, что кончик у носа у друга совсем белый. Сама пройдет или помощь нужна? Нужна помощь. Почему? Кажется, он умер. Ладно, правильно, это признак обморожения. Очень познавательный летсплей выходит, вот что я понял. Велосипедист — полноправный участник движения, но в отличие от автомобилей у него нет поворотников. Как велосипедист показывает намерение повернуть налево? В автобусе под твоим сиденьем кто-то забыл сумку. Что делать? Обратиться к этому водителю. К чему ты больше расположена? Викторине про осень или викторина ко Дню народного единства? Дню народного единства. День народного единства. Назовите дату празднования Дня народного единства. Не знаю. О каком единстве идет речь в названии праздника? Вот и следующая викторина. Мы пытались патриотическую викторину пройти и завалили ее оба причем. Викторина краски осени для школьников. Назовите осенние месяцы. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Почему они так называются? Так, месяцы в мультике были названы у костра сидели. Ты втираешь мне какую-то дичь. Кто такие хмурень, грязник и грудень? Грибы. Славянские названия осенних месяцев. Правда ли, что Австралия это самый большой материк? Нет. Нет, я выберу нет ответ. Нет, Евразия самый большой. Еееее! Ты это же говорил не патриотически. По-моему, ты начинаешь врать про количество своих зубов мудрости. Викторина для девочек к Международному женскому дню. Я не знаю, как читать. Пишите, это металлическая насадка защищает палец. Наперсток. Он подробно рассказывает, как приготовить блюдо. Джейми Оливер. Прямоугольное или овальное моющее средство. Губка. Мыло. Какое название получили высушенные абрикосы, из которых удалили косточку? Курага. Как называются плоские, приспособленные для переноски блюд или посуды по сосуду? Чего еще раз? Я пытаюсь быть тинокомой. Почему курага — это женский вопрос, мне интересно. Какое название у кускового сахара? Ты что, прошел просто тупо все? Тот уровень, который ты не могла пройти, я прошел кусковой сахар. Кубики. Рафинад. Должно получиться блюдо, если смешать картофель, свеклу, капусту, лук репчатый, бла-бла-бла, соль. Подсолнечным маслом все это полить. Это болевоний салат. Я нового монстра открыл. На твою собаку похоже, смотри. Нет. Для чего на кухне нужен друшлаг? Ну, чтобы это, воду сливать. Для мытья овощей, фруктов, грибов, ягод. И сливотвора! Сливотвора. Цветы, собранные в пучок. Букет. Продолжи. Кашу маслом. Не испортишь. Слишком легко. Тебе слишком много женщин, Руслан. А в тебе слишком мало патриот, как мы узнали. Четвертый класс. Твою мать, ты выиграешь. Что меньше, 40% или 4 тонны? Подожди. Центнеров? Да. Я подумала, мне хоть нравится 40%, это 4 тонны. И тут в скобочках одинаково, я думаю, Спойлеры! Ты проигрываешь в задавании вопросов, по-моему, сейчас. Плод лещины. Лещины? Эльдар Джарахов, по-моему, плод лещины. Я что такое лещина? Название города, в котором находится падающая башня. Пиза. Пиза. Ты так запнулся, сейчас испугался. Какое время года сутки короче? Зимой.
одинаковые. Из семян какого дерева делают шоколад? Кокос. Кокос есть? Нанеси. Я что-то тухну. Викторина по базе. Нет, пожалуйста, нет. Ну нет, вы же патриотически не ставите тебе ставить. Че, басни не любишь? Не люблю басни. А факты о птицах? Звучит весело. Правда ли, что черепахи плачут? У меня была черепашка, и я ее заставил плакать. Если они ниндзя, то они плачут. Да, большие черепахи. Да, плачут? Да. Это грустно. Оба играли плохо, отвечали на детские вопросы отвратительно и в камеру не смотрели практически никогда. За что стыдно. Потому что стыдно, да? Очень стыдно. Руслан сказал, что победила дружба, точнее проиграла, и мы оба заслужим наказание. И я не была против. Миша. Снизу, да? Ладно, давай анфас. Хлебалась, сделай стрёмное. Ты на этого похож, на друга Бен Африка, как его? Быстрее фоткай. Кто? Быстрее фоткай! Вот это недовольное лицо, это полотно, с которым я буду работать. Так, я пока не вижу никакой разницы. Неделю, да, я согласился это ставить. Погорячился, по-моему. Я теперь сексуально прикусываю губу. Что ты сказал? По факту я выиграл в викторине. Я просто пошел на уступку, сказал, что я тоже поставлю. И видите, что... Как... Какой... А теперь то, что мы называем месть. Настоящая аристократка у тебя, светлый тон лица. Знаешь, ты мне делаешь больше похож на какую-то девушку из мультиков Тима Бёртона. Ты, мне кажется, сейчас играешь. Типа, такая бесстрашная. Вот твоя фотка реально отстой. Слово старое, отстой. Сакс. У меня есть характер. Да, я такая. Вам не нравится, вы не нравитесь мне. Немножко все-таки она улыбается, она оптимистка. Загадочная улыбка. То есть, как бы... Чё-то не очень, хотя... Ну, так что сейчас мы закончили играть в игру, которая называется Best Fans. И внизу в описании будет ссылка, где вы можете ее скачать, она бесплатная. И если вы думаете вдруг вот так вот, что умеете лучше фотошопить, чем мы с Русланом, то внизу в описании будут оригиналы этих фоток, которые сможете потом отмонтировать и прислать нам. Ничего хорошего из этого не выйдет. Всем пока! Всем пока! Ссылки внизу в описании, Руслан опаздывает на поезд. Фотки монтируйте и пишите нам имена наших новых персонажей, которые стоят у нас теперь на аватарах. И лайкайте их, потому что что-то должно выйти из этого позитивное. А я все всем люблю. Пока! Пока. Мы под водкой. Бутерата налила.